пока наши гости едут, я выслала им в Вайбере вот такую фотографию, чтобы они знали, что им придется искать. И Лариса мне на это ответила: класс, милашно так. Сейчас напишу ей, я не просто так это прислала. Посмотрим, что она ответит. Катя написала: да, что? Это то, что вам надо будет искать. Оп, пусть пока по дороге изучают. Сережа вообще не прочитал. Костя прочитал, Насти нет. Не полюбоваться. О, Лариса прочитала, что-то пишет. Видите, засветилась синеньким галочки, значит, ею прочитано. Блин, что-то там уже придумала. Вы будете... Так, да, что я с ошибками пишу? Вы будете их искать. За каждого... Не, за каждое пасхальное яйцо 1 балл. За кролика 1 балл. За цыпленка 2 балла. Тот, кто наберет больше баллов, получит приз. Оп, все. Интересно, что она ответит. Моя ты прелесть. Расскажи всем, пусть посмотрят по дороге, чтобы знали, что искать. Все, подготовка прошла успешно. Вот и наши гости. Привет. И Назар. Я думаю, на что он такого? Дернул Назар сразу куда? Смотреть золотую кнопку. Красивая. Прям как моя мама. Желтенькая. Золотая. А что, фотографироваться не будешь? Серебряная тут фотографировался во всех углах. Мне вообще про нее не сказали. Я приехала через Не, мам, я фотографироваться буду со своей уже. Вот, это правильно. Это правильно. Доживем, переживем. Переживем. Нянькают тут, нянькают такую пусечку, лапочку. Мимо пройти невозможно. Попусечку. Назар, я зачарованный там. Отходи, все, посмотрел, хватит. Я еще хочу. Я вам пока правила расскажу. Вот есть 2 шкатулочки, здесь есть призы. Главный приз — это розовая шкатулочка. Это получит, тот, кто соберет больше очков. Вы поняли, да? А кто соберет больше баллов, тот получает то, что в розовой коробочке. А, коричневая коробочка. Здесь приз будет тому, кто найдет больше всего вообще в этой комнате зайцев и цыплят. Их тоже собрать надо или просто... Это, смотрите, по желанию. Смотрите, здесь прикол в том, что по желанию. Вот кто хочет за главный приз бороться, да? Угу. Тот должен больше... Тот больше ищет вот это, то, что я вам прислала, фотографию. Угу. Кто думает, что та я там... Я прислала тебе, ты просто не посмотрела. А кто думает, что я там, да ладно, главный приз уже не найду, не выиграю, может переключиться на то, чтобы собирать зайцев и цыплят. Ну, то есть любых, то есть даже там пазл какой-то заяц увидел, взял, складывай где-то себе, потом будем считать, кто сколько нашел. То есть второй приз, комнате, да? Да, второй приз, кто найдет больше зайцев и цыплят. Да, давай вместе работать, главный приз поделим. Нет, а что, таких вы, да, они тогда могут и втроем. Не, давайте каждый за себя, но так неинтересно. Если там еще 2 баунти, я выиграю по-любому. Вдвоем нельзя. Каждый за себя, Кать, вот так неинтересно будет. Мы будем собирать туда зайчиков. Кать, каждый за себя. Хорошо. Поэтому корзина кому-то одному. Хорошо. И третий конкурс у меня еще на третий приз. Я его еще, честно говоря, до конца не додумала, этот конкурс. Кто проснулся? Алиска, будешь с нами играть? Енот. Алло. А, подожди. Начинается. Это у меня Алиса. О, давай Алису по пасхальному одень. У меня есть костюмчик новый с зайцем как раз. О, да, кстати. Да, Алис? Уже с теми же лосиками. А соску надо уже отдать. Ты уже проснулась, да, солнышко? Проснулась. Я тоже.
Я, кстати, тоже не знаю, что это за фрукт. Явно фрукт. Вот разломай его, посмотри внутри. Мы такое не ели. Вот такое мы еще и не ели, да? Вот такой алиский зайчик на рубашечке. Арбуз. Скажи, арбуз. Арбуз. Ну что, начинаем. Пусть Алиса сидит играет. Да, разломался. Кость, идем. Что, начинаем? Ну ты тоже будешь искать. Иди ко всем. Стартуем. Садитесь все вот так одинаково, чтобы начать с одного старта. Положи. Последний раз напоминаю. Мы ищем 12, их 12. 3 цыпленка, 3 зайца и 3 яйца с заячьими ушками. Фотографии у вас есть? Да. Алиса, ты сидишь, наблюдаешь. Будешь и поехали. Вот, я написала, что папа сидит. Понятно. Спрятала я очень сложно. Мусорки тоже собирать. А что, в шахматах уже нету? Нету нас. Мама. Так, только, пожалуйста, не наводите бардак. Назад ставьте все, что трогаете. Это условие. И Алису не сшибите. Смотрите, где она ходит, хорошо? Полы вскрывать можно? Нет, конечно. А только в комнате? Только в комнате, все здесь. Спрятано крайне сложно, поэтому если вы хотите где-то сверху найти, то это навряд ли. Там уже проверял? Да. Зайчиков и цыплятков? Да, цыплята малюсенькие, за них 2 балла. Нет. А, да, да, зайчиков и цыплят, да. Слушай, я уже думала, это где, чтобы зайцев считать. Я опять Да? Да. А что, еще никто ничего не нашел? Нет. А папа слышал условия про зайцев? Да, Костя, еще есть второе. Можно искать зайцев и цыплят. Ну, это второй приз. Не главный приз, а второй. А это считается? Да, считается, Настя. Ну, конечно. Костя, он заводной. Для второго приза считается. А, да, да, ты мне потом просто на него покажешь, и мы его приплюсуем. А это считается? Их собирать тоже да. Надо, подожди. Ну это да, это для второго конкурса собирать. За соску ножку. Это я только что положила. Это вообще клад правильно нашла. Ты видела, где я могу таких цыплят? Ну это вы за второй приз боретесь, он гораздо хуже, чем первый, так что... Не, ну что было? Можно. Можно. О, Господи. А правда кажется, что где я тут можно в комнате запрятать, да? Тут много не можно запрятать. Я же говорю, я сложно спрятала. В смысле, я там рылась? А ничего не было. Было там, было. Все правильно, да? Это 1 балл. А, я просто не знала, что в мусоре. Я глянула, и все. Тю, блин, издевайся. Папа порылся. А я тебе говорила мусор бегать. Пока нашли одного из 12. Это нереально. Я ж не знаю, где кто уже смотрел. Я тоже. Я везде буду смотреть. Назад там не можем. А что тебе знать? Вон в мусорке смотрели. И не нашли, да. Ой, Алиса на расческу нашла. Ну, супер. А где Алиса вообще? В ванной. Не знаю. Что еще надо собирать? Лещуня, ты что в ванной делаешь? Цыплят и кролика. Да, цыплят и кролика. Эти мы их, Алиса. А где я собираю? Может быть?
Кать, может быть, нет, тут, конечно, не может быть. Кто где собирает? Это мои. А мои, я ж тут схотела. Ну так складывайте рядом, вам там хватит. Там мои цыплята. Я ложку нашел. Драконы нашел, можно драконы? Кать, нет. Не, серьезно, ложку нашел. Зачем нам ложка? О, это за зайцем. Нет, это Хрюша. Нет, это я не открывала. Стоит вываливать кубики? Может быть, где угодно. Просто где угодно. Только кто вываливает, потом собирает. Это мое условие. Все зря. Пока все не найдете, давайте. Если шел, в крайнем случае, буду тепло, холодно уже говорить, если вы совсем не сможете. Пока все не найдем? Ну, желательно, да, чтобы уже у кого больше баллов было. Вы взяли с собой зубные щетки, пасты? Пижамы. Тут не понимаете, диван, да? Поднимайте деньги. Да я уже подняла тебе два. Блин, я туда не залезу. А что, нашла? Если что, я могу за вещь забрать. Не надо. А что, нашла, да? Капец, это вообще. Вот если так не будет. Да нет. Кать, давай складывай их обратно. Сейчас, секунду. Так, нет, два нашли. Ну, я уже что-то. Просто. Уже что-то. Слышишь, Кать, а я смотрю, она меня снимает. Так я, меня. Так я всех вообще-то снимаю. Нет, да, я стою на штучке в руках. Понимаешь, я и там, и там искала, блин. Нет, я вообще не понимаю. Углубился, перетряхивает. Помогите открыть, пожалуйста. А кто уже внутрь может засунуть? Тебя ж будет сбыть. Мам, откройте, пожалуйста. Да нет там ничего. Поставь на место. А это чьи? Чего ты меня за ручку взяла, зайка? Куда ты меня ведешь? Боится, да не боится, куда ты меня ведет, чтобы я ее держала. По шахматам разгуливать. Мою всю Ольнечку. Ля, вцепилась в руку, не отпускай. Двумя. О, цыплята. Ой, а это можно сюда забрать? Да. Можно и в книжках картинки понаходить. Да. Ой, 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 ты так балуешься. Может, у вас их ты позапихивала, да? Скажу вам, один из вас вообще искал там, где есть, но не нашел. А кто не скажу? Здесь это не опять я. Я вернулась. Да вывали. Можете повспоминать, кто где искал, вдруг догадаетесь. О, Лисюша уже в шахматы играет. Шахматы, да? Шахматы, шахматы. А, это слоник, да, там у тебя? О, может быть, здесь? Ну, мало ли, слушай. Где ты? В подушках. Забила? Да, а я не могу просто снять. Нашла!
Где нашла? Вот в этой семье. Да ладно, это ничего себе. Это 2 балла, цыпленок. Да? За цыплят 2 балла, а за те большие по одному. Все? Еще 2 цыпленка есть. По 2 балла. А зайцев кучу. Зайцев еще кучу. Я нашел. О, а где было? Вот здесь. Сумочки нашли. Папа, давай сядем. Гля, ищейки две, а? Я ищейка так себе, скажу честно, нашла. Яйцо. Есть у Ларисы 1 балл. Один маленький желтый цыпленок на 2 балла. Очень-очень низко. Ниже всего остального. В подвале? Ну, в этой комнате, в каком ниже подвале. Всего остального? Да. Всего вообще? Да. Подсказку все слышали? Один маленький цыпленок на 2 балла ниже всех вещей в этой комнате. А второй, можно сказать, у Ларисы. Так что я вам подсказала, а вы думайте. У меня... Алиса, ну как это отсюда? А сколько вообще их что-то осталось? Ну вот те, что по 2 балла, это я же вам сказала. А я тоже сюда поняла. Нет, я уже Он был... Под этой. Он был под этим. А, это был тот Ларисы? А теперь один у Ларисы, я же вам говорю. Последний, что ли? Да. Где-то в ее кучке маленький цыпленок на 2 балла. Нет, только положила. Нет, то Катя положила. А, стоп, это не в Ларисиной кучке, это Катя загребла. Я? А я в кучке. Это мой. Что-то, мне кажется, Катя и первый приз получает, и второй, да? Посмотри на ее гору. Есть, нашла. Блин, я думала, что Лариса загребла книжку. Обрадовалась раньше времени. Да, Катя уже вряд ли кто-то обыграет. Я. Катя, вот моя кучка. Что такое? Давай поиграем, давай. Ух ты! Ух это ты! Уточка. Ух ты! Ты хотела, чтобы я повосхищалась, да? Какие блестинки! Я же встала. А что ты там серый подходил? Блестинки! Ух ты! Не знаю, что-то мелкое точно там. Ух ты! А сколько вы нашли всего? Я одного. Я два. Три цыпленка и один. То есть всего, всего вместе посчитайте. Я два. Четыре. Один. Ой. 7. Отняла Настя. 7, а их 12. Значит, еще 12. Еще 5 штук больших вы не нашли, да? Куда ж ты еще могла? Офигеть, я чуть его не пропустила, да, Леон? Да. Боже, я уже все назад складывала. А папа пропустил. Это я об этом говорила. А я их все обрыла. Да, внутри. Папа их все вот перетрусил. Победа, Катя! Я нашла одного. Давай, Катя, все. Ой, я еще кучу на книжечках. Ага, это у кого такая база? Понятно. Что, в одной книжке можно каждого цыпленка еще? Это же бред какой-то. В принципе, можно. Yes. Дай-ка. Вот заяц. Угу. Назар, тепло, тепло. Я не могу не спать. Капец, Назар, было горячо просто. Лапнул ту игрушку и выкинул. Только что прошли на грибом.
Где? Где? Нет. Есть. Ищите. Прямо перед носом у тебя, Назар. Я нашел. Только... Да. Это он. Да. Молодец. Так, ну что, будем подсчитывать, да? Давайте подсчет по зайцам делать. Сейчас смотрим главный приз. У Кати 7 баллов. Три желтых цыпленка и один белый, да уж. У Ларисы 2, да? 2 балла. Один. У Насти 1. У Назара 2 балла. И у Сережи, по-моему, 1, да? Тут у меня 27. 1. Значит, Катя у нас определенно выиграла. Ну, а у папы там тоже мало, да? 1. А, 3. Ну, все равно не 7, как у тебя. Катя выиграла главный приз. Сейчас я дам ей шкатулочку. Я предлагаю вам угадать, что в этой шкатулке. Я думаю, деньги. Ну, еще кто чего думает? Шоколадку. Шоколадку я не против. Все, банально. Поскольку я знаю Лену, там может даже и жук. Жук. Кстати, да, паук, не открывай. А, мне. Ладно, один из вас угадал. Шоколад, паук. Деньги. Я же говорила 500. 500 гривен был первый приз. Спасибо. Пожалуйста. Наверное, Настя. Ну, я же не знала, кто выиграет. Так, а теперь... Все, а теперь подсчитывайте, сколько вы нашли цыплят и кого? 31 у меня. И зайцев. 3. Ты уже посчитала, да? Так, посмотрим. Ну покажи, где 30. Ты тут что нашла. Большинство это в книжках? Ну, в книжке один зайчик и один цыпленок. Ага, ну книжку за одного считаем. Да, нет, один цыпленок и один зайчик. Так цыплята что ли, или зайцы? Цыплята и зайцы. Так, ну ладно, 31 Катя нашла, поверим. У тебя сколько? Я не знаю, я еще считаю. А сейчас сколько? Вот эти все считают? Нет, один. А что один? Здесь просто много. Здесь их много. У меня просто есть книжка, в которой семья цыплят, где их штук 20 в одной. Не, ну да, это было бы нечестно. Ну, у меня... Считай за одного, да. Ну, даже если он всех посчитает, он же все равно тебя не перегонит, походу. Почему? Ты что, и второй приз хочешь забрать, получается? 10, 11. Не поняла, ты понаходила их, или ты просто книжек понахватала, а теперь их? Я просто понаходила с цыпленком, допустим, а тут еще заяц может быть. 16. А сколько ты уже насчитала, Настя? 31. 18. Все, у меня только 18. Уже больше, чем у Кати и чем у Назара. А у вас сколько? Можно не считать? А у Кости, у папы кто-то знает, он ушел просто за Алисой. Не искал их. Не искал их? Ну все, значит, Настя на второе место. Да, Настя, ну уже 32, зачем считать? На, свой второй приз. Ну да, мы так и думали, мы с Катей сидели, думали, 500 и 200. Банально, но мне было некогда что-то покупать. Ну так 5 даем. Так, ну и у нас еще есть третье место. В общем, я вам даю минуту, и третье место получит тот, кто за минуту найдет больше яиц. Или предметов, которые как по форме, как яйцо. За одну минуту кто найдет больше. Все, время пошло. Мама. Это не яйца, это круги. О, Назар нашел. Нет, Катя, форма яйца, вот. Вот, посмотри, покажи Кате форму яйца. Ну... А мяч круглый. Че, минута еще не прошла, еще можно найти. Пойдет? О, можно? Нет, эти нельзя. Вот еще. О, Назар еще нашел. Трещалку. Я там смотрела и нашла. Опять можно яйца? Все, минута вышла. А, минуту давай? Ну да. Ну тут, по-моему, определенно Назар будет победителем. А это куриная? А, нет. У него 7 яиц. Я не думаю, что у кого-то больше, да? Да нет, я очень интересно.
8 даже. Третье место у нас 100 гривен. Держи приз. Первое место, второе место. А взрослые никто не выиграл. А третье всегда... А, вот так. Первое у Кати, да. Второе у Насти, третье у Назары. А вы все проигравшие. Молодцы, молодцы. И всех поздравляем с Пасхой. Вас приз. Меня заяц. Теперь будут называть Господи. Курочкой. Заяц. Надо Алису туда положить. Слушайте, а это прикольно ведь искать пасхальные яйца, да? А что делает победитель на первом месте? Правильно, убирает. Нет, угощает со своей зарплаты, со своего приза. Все, давай, угощай. Все, мы будем в следующем видео угощаться. Сейчас поедем в магазин. Всем пока.